Дамы и господа, друзья, партнеры, но по итогам сегодняшней нашей фееричной презентации конференции, что бы я хотел бы вам сказать? Тема, знаешь, почему ты сейчас все не бросишь и не поедешь на море? Вы хотите работать на дядю? Хотите работать на тетю за зарплату? Да не вопрос. Ребят, последний раз твой телефон включался дольше, чем на сутки. Когда можно было встать, во сколько хочешь? Чтобы уважать себя, не обязательно выплачивать ипотеку за однушку, студию, 29 квадратных метров. Смотрите, правильные вещи говорят. Чтобы быть в теме, нет смысла читать Коммерсант или Афишу. Чтобы искать друзей, не нужен Facebook. Счастливые не спрашивают разрешения у начальства. Хватит играть в условности. Давай поехали с нами, с пассивным доходом. Поехали в Таиланд. Жизнь слишком ценная штука, чтобы тратить ее на твоего генерального директора. Пошли они все нахуй, пусть работают сами. Если вдруг на тебя сейчас оглянулись, или ты не до конца уверен, я повторяю. Пошли они все нахуй. Делай ничего. Делать ничего вовсе не значит ничего не делать. Делать ничего – это вообще самое охуенное, чем стоит заниматься. Зима. А вы с этим согласны? Голове. Начинай свою революцию лета. Делай ничего. Ничего – это значит, что ты не ведешься на булшит. Ничего – это твоя свобода жить своей жизнью. Ничего – это все. Лето никогда не заканчивается. Волны всегда были и будут. Расслабься. Вдохни. Волна идет. Такая вот реклама.